have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, у нас тут инсайт. Я в прошлый раз немножечко еще попробовал, покрутил, повертел, потом попробовал просто стоя постоять, поприкидывать, как это можно сделать. Мне кажется, что есть некий выход, но надо попробовать сейчас, как это все будет выглядеть. В эту сторону до конца. А, в эту сторону нам надо, погоди. Вот так. Сейчас, нам нужно прикинуть дистанцию. А, потому что они же потом будут расходиться в другую сторону. Хотя пофиг, нам все равно надо двери закрывать, поэтому... Отпустись. Да, в общем, мы можем только за счет... Надо подпривыкнуть опять к управлению, я не играл пару дней. Только с помощью этой двери мы можем регулировать... Не, погоди, в эту? Во, по-моему, должно сработать, ну-ка. Да. Короче, нет, сначала вниз, а потом действие. А, ладно. На самом деле, я же говорю, было понятно, что нужно сделать. Нужно было просто понять, как это делается. Посидеть, подумать. Так. Ну, давайте посмотреть, что у нас тут. Я, на самом деле, вот в конце первой серии немножко... Ну, не то чтобы не обрадовало, понятно, что тут будут секретки. Кстати, вот эта фишка с секретками тоже очень похожа на Little Nightmares. Такие маленькие нычки, куда нужно заходить, задувать вот эти лампочки и всякое такое. Там статуэтки же надо было еще разбивать, если помните. Но теперь придется быть вдвойне внимательным и осторожным. Хотя, ясен пень, за первое прохождение все нычки я не найду. Потому что я вижу, что игра очень... хитрая, ну, по-своему, по-хорошему, конечно. Туда я никак не попаду. Короче, смотрите, перспективы нету вообще. То есть вперед-назад, ну, туда вглубь и сюда поближе ходить вообще нельзя. Есть только две кнопки хождения. Вверх-вниз. Вверх оно работало раньше как прыжок. Прыжок я переставил на пробел. Теперь вверх работает только, когда ты с чем-то взаимодействуешь. Оу. Я не хочу там ходить по этой доске. Она могла развалиться. Не доверяю я таким вещам. То есть, да, игра нам дает угол перспективы иногда, вот как сейчас. Мы видим, вроде как, немножко под углом выходим, мы все равно только вперед и назад. Надо будет прыгнуть вовремя, наверное. Куда? Ну, мы сейчас поедем, и назад уже не сможем. Нужно будет прыгнуть. Возможно, по той трубе забраться. Там люди внизу ходят, я только сейчас понял. Прыжок. Видели? Там лестница. Я сначала увидел секретку, подумал, как туда забраться, а потом увидел лестницу. Это нужно было... Если бы я не упал, я бы это не нашел, наверное. Так, экшоний. Вот про что я вам и говорил. Obscure Foundations. Ачивочка приехала, если что. Я не помню, после первой была ачивка или нет. Вообще, короче, рандомно сейчас нашел эту штуку. Ну, это прикольно. Теперь нам нужно опять двойной... Ну, не двойной прыжок, а прыжок в эту сторону. Да, нормально. То, что я вам буквально говорил полминут назад, игрушка очень хитрая, она очень хорошо прячет свои секреты и элементы геймплея. Нужно прям... И даже если ты будешь внимательным, вот я был сейчас внимательным, и все равно... Опа! Нашел абсолютно по рандому, потому что упал. Если бы не упал, то фигли.
Не-не-не-не-не-не-не. Нет! Нет! Интересно, если бы там прыгнуть вовремя. А сейчас я тоже не про... Нет, я могу загрузиться? Погодите. Загрузка у нас будет... Аж с этой крыши. Не, спасибо. Ну, короче, ладно. Что пропустил, то пропустил. Пишите в комментах, наверное. Хотя я не уверен. Нет, насчет секреток... Нет, не пишите. У меня такое ощущение, что я потом буду это, возможно, перепроходить. Игра пока что, как она мне кажется, не такая уж и длинная. Так, кстати, да, спасибо за коммент насчет того, что тут нужно рассуждать и думать. Теперь у меня в голове такие мысли, является ли все это некой метафорой и на что, если да, если нет, если я ошибаюсь. В общем, нужно будет поразмыслить. Я как раз... Ага, это так работает, я вас понял. Хорошо. Если мне это придется делать где-то на время, я не хочу, а я чувствую, что придется. Damn boy! He's thick! Не получится. А как тогда? Вот так. Понял. Это логично. Но давайте тогда все-таки посмотрим, что здесь. Прикиньте, будет как-нибудь вот такая темная стена, ты к ней подходишь, зажимаешь кнопку Action, и там можно будет вырвать кусок. Вот я офигею тогда просто. Я уже тут от многого офигел. А, извините, зачем я это сделал? Без них же явно спокойней. Ага. Значит, мне это нужно. Мне нужно электричество, чтобы уехать отсюда. Вот у меня будет два столба. Да вы чё? Это сложно. Ладно, пробуем. Хорошо, что я дверь сейчас пошел открыл. У меня такое ощущение, что это было бы крайне сложно сделать. Ладно. На самом деле это казалось очень сложно. То ли мне повезло, то ли это просто нормально проходится с нормальными таймингами. Причем смотрите. Я думал, что в ту сторону тоже можно. Это так выглядело. Я еще даже кнопочку экшена зажал, чтобы посмотреть. Ну. Теперь у меня начнется такая вот нормальная, здоровая паранойя. Я буду цепляться к каждому пикселю, каждому этому. Но когда нужно будет, я не увижу. Не-не-не-не-не-не-не! Ёлки. Я что, убил эту тетку, когда упал на нее? Вы издеваетесь?
Ай, блин! Нельзя было разворачиваться! Ну это заново. Нет! А, фух, ну хоть отсюда. Я, честно говоря, просто хотел немножко назад отойти, я не собирался разворачиваться. Я заговорился и забыл. Нет, 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 нет. Так, ладно, делаем как надо. Там разворот надо будет. Когда он мигает, он меня подозревает, что ли? Хорош, ну дайте мне свалить отсюда. Тут можно скорее даже по таймингам, они всегда делают одинаковое количество шагов. Свидание. И тут я понял, что пора валить. Так, опять у нас сейчас будут эти народные танцы. Черт. Черт, 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 черт. Выплюнь. Плюнь каку. Я понял, это нереально, погодите. Я, кажется, понял, что мне надо делать. Тут не зря эта рампа. Вот для чего тут эта рампа. Пошел нафиг, псина! Так, схватил, повез меня. Ух. А это зачем? А, это чтобы я мог... Да? Я понял. Спасибо. Нет. Сейчас. Я понял, что мне надо было сделать. Мне нужно сюда, чтобы я потом мог достать до этой штуки. Теперь так. Теперь вот так. Короче, не знаю, тут шифта вроде нету. Хотя я на панике всегда нажимаю на shift. Но здесь его вроде как нету. Прыгни. Не надо там гавкать. Знаешь, куда себе гавкни? Вали отсюда, псина. А зачем? Thank you.
Смотрите, там есть вторая управлялка вот эта. О, погоди! А зачем мне это? Так, ну... А, ого! Ого! Серьезно? Вот это тут комбинация, конечно. Вот зачем мне это? Я только сейчас заметил. Да, блин. Не, инерция тут неплохая, конечно, мне нравится. Оп! Нет! А как мне отпустить только того чувака? А, я понял, я понял. Все, 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 до меня дошло. Это очень простое решение. Но почему-то дошло до меня только сейчас. Хорошо, хорошо. Вот для чего это место там вообще. Я просто не с той стороны остановился. Мне нужно остановиться с этой стороны. Чтобы я мог сделать вот так. Потом вот так. И вот так. И поехать дальше. Окей. Так, чел, погоди. Оставь меня здесь. Бум. Нужно туда, ближе к... Давайте вот... Откуда я сейчас? Да, хорошо, с этого момента. Нужно вот сюда, вот ближе к началу. Вот вообще-вообще, я думаю, вот так вот нормально будет. Уу! Да. Поехали секретики искать, я знаю. Это мне явно понадобится. Да ну нет! А как я должен... Откуда я? Ладно. Откуда я должен узнать, сколько у меня воздуха? Где это я вижу? Нигде не вижу. Придется как-то засекать. Здесь у нас ничего нету? Нет ничего. Придется толкать в другую сторону. Ну, тянуть в смысле. Чтобы выбраться. На самом деле прикольно. Не знаю, мне нравится. Там запросто может быть секретка где-то под водой. Я попробую сейчас еще раз нырнуть, проверить. Да, я бы отсюда просто не выбрался без этой штуки. Да ну нафиг глубоко. Теперь у меня дополнительная фобия в этой игре, что я могу просто утонуть и... Ну что я нигде не вижу никаких ни симптомов, ничего того, что он тонет.
Не нажимай на красную кнопку, все же это знают. Ладно. Ладно, игра. Ну, пробуем. А, это просто спуск воды был? Я постоянно на ADW пытаюсь управлять. А это мне наберет воду, и я поеду вверх. Это я понимаю. Очень странно, что кнопка здесь. Я где-то, по-моему, провтыкал, да? По-моему, нужно было быстрее сюда. Там могла быть секретка. Или... Мне явно на эту веревку. Но, судя по тому, что там два уровня, вниз я уже никак не попаду. Ну-ка, я могу еще раз на эту кнопку нажать? Могу. Видите? Все на свете было и не зря. Не напрасно было. Это обязательный кусок сюжета. Я думал, что это бонус какой-то, что это какая-то приколюха классная. Нет, это обязательный кусок сюжета. Я же понял, что мне сюда, но... Так, теперь я могу туда, к веревке и могу сюда назад. Сюда я могу и так, кстати, попасть. Давайте к веревке сходим. Я чувствую, что тут где-то секретка. Не может быть просто так. Ладно. У нас два прохода. Один туда, один туда. Ни один из них не кажется мне какой-то секреткой. И туда кажется прохождение. Извините, зачем? Извините, зачем? Я пойду посмотрю просто, что там еще есть. Возможно, предполагалось, что я должен подняться и вернуться, нажать на ту же кнопку. Но если обе эти кнопки работают... Да, я обхитрил игру. Хорошо, я понял. Возможно, предполагалось, что я должен открыть люк, вернуться туда, еще раз нажать на кнопку, понять, как работает схема. Но я просто нырнул к этой кнопке. Спасибо разрабам, что так тоже можно, и это тоже работает. Я как-то жаловался на то, что если ты находишь свой собственный способ прохождения, а разраб тебе говорит, не-не-не, делаешь так, как мы тебе скажем. Но здесь они разрешают сделать и по-другому, за что им спасибо. Вот это я видел, да, под это, по-моему, лучше не попадаться, мне кажется. Вот тут вот надо переждать. Да вы издеваетесь! Плюнькаку! Это будет сложно, это предназначено для геймпада, вы чё?
Прям скажу, вот такие вещи мне не очень нравятся. Да я тебя пойму, в какую сторону крутить-то. Я не пойму, оно делает полоборота и все. Подождите, так нельзя. Вроде понял. Сейчас попробуем. Вообще ни разу неудобно. Просто вверх или вниз зажимаешь. Я что-то сначала пытался перемудрить как-то в бок и всякое такое. Нет, нет, нет. Просто вверх или вниз. Но пока я это понял. А тут можно насквозь. Извините, ребят. Не-не-не-не-не-не-не. Нет! Вы там вообще офигели. Люк! Блин, я твой отец. Ух, стрёмненько было. Откуда у нас сейчас загрузка будет? Отсюда? Вы не офигели? Ладно, пойдем дальше. Не-не-не, стой! Надо было прыгнуть. Кто же знал? Черт, ладно. Мне кажется, я что-то пропустил. Ну так ногами. Тут ничего нету. Это у нас загрузка? Нет, это мы там же. А где у нас, когда у нас будет загрузка? Я не хочу аж оттуда все это сейчас проходить. Да какое-то метро обвалившееся или заброшенное, это вагон. Там собаки, видите? Вообще ни разу не радостно. Собак трое. Я один. Явно не в мою сторону. Если они здесь есть, или я... Или я с ними столкнусь. Или еще хуже. Ну и вы, ребят, давайте тогда с собаками разбираться уже в следующей серии. Фу, пока что все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда.